привет, дорогие друзья! С вами снова Трофим про Америку. Я вам показал, что происходит в Портленде днем, а сейчас я еду в Портленд ночью. Посмотрим, что там происходит ночью. Смотрите, друзья, что тут происходит. Какая-то авария тут серьезная. Люди все безумные, ездить не умеют. Не успел я выехать в Портленд, уже происходят чудеса. Едем далее. Перед тем, как выехать в город Портленд, мы посмотрели новости, там сейчас около 3000 человек уже бастует. А в основном, друзья, это проходит самое агрессивное в либеральных штатах, и где штаты демократов. Республиканцы такой ерундой не занимаются. Вот, друзья, видите знак? Портленд, север. Поехали. Друзья, я одел маску, чтобы не заразиться, там будет тысячи людей. И чтобы не быть в безопасности, я одел намордник. Так что не переживайте за меня. В данный момент мы едем по Interstate 205 и плавно переходим Interstate 84. Interstate 84 Портленд. Подъезжаем к ночному городу Портленд. Ну, пока, друзья, все спокойно. Мы уже в центре. А где эти бесноватые, пока не видно. Вообще не видно. Ну, только ходят, смотри, ну, люди спокойно. А где эти придурки, которые по новостям показывают, которые тут палят все, и тут прямо все горит, дымит, и прям пол Портленда разнесло. Вот, good luck, иди. О, да? Угу. Ну, хорошо. Паркуйся где-нибудь, я пойду. Друзья, иду я в самое логово протестантов. Посмотрим, что они хотят, что им надо. Идем, друзья, будем проверять. Я уже вижу, там безобразие происходит. Okay. Every yard of my friend.
Вот так, друзья, вы все сами видели, как хотите называйте это, но такое было ощущение, как будто побывал в какой-то секте ненормальных либералов и непонятно кого. Аж прямо не по себе было. Однозначно ненормальные люди, однозначно либеральный штат. Надо отсюда в Техас уезжать, ребята. Походу, сегодня более-менее спокойная ночь. Здесь буквально несколько дней назад пострадала группа Первого канала. Разбили им видеокамеру. Пострадали операторы. Но сегодня, по ходу дела, будет спокойней. Я не думаю, что сегодня будет что-то происходить. Очень такое неординарное. Я не думаю, что сегодня будут полицейские разгонять всех. Просто беснуются толпами, орут свои выкрики. Как-то так, друзья. Друзья, тут моя машинка стоит с моим водителем и жена моя. Мотор не глушит и стоит на стреме. Если что, сразу сваливать. Молодец. Партизанка хорошая. Умничка, машину не заглушила. Лошади прогреты. Ну что, друзья, спасибо за внимание. Показал вам немножко, что происходит в городе Портленд ночью. Если будет происходить что-то более серьезное, то тогда я приеду, друзья, и покажу вам, что происходит далее. Друзья, все эти ненормальные люди собираются только в одном месте. И вот это там они прославляют, непонятно кого они там прославляют, орут свои кричалки. А далее, видите, друзья, в предыдущем выпуске я тут прогуливался в этом месте. Видите, тут так все и спокойно. Люди только забили фанерой окна.